Всем привет, дядь Юра дает прогноз на полуфинал Ролан-Гаррос, Джокович, Циципас. Статистика игроков. И Циципас, и Джокович дошли до полуфинала Ролан-Гаррос достаточно просто, не встретив на своем пути сколь-нибудь серьезных препятствий. Циципас долго вкатывался в первую игру с Мунаром, отдав сопернику два первых сета. Но потом все стало на свои места, и больше грек никому не отдал ни одного сета. В четвертьфинале с Рублевым Андрея хватило только на первый сет, который Стефанос выиграл на тайбрейке. У Джоковича самый сложный матч был с Карене Бустой, который откусил первый сет у серба, но Новак грамотно взял медицинскую паузу, привел мысли в порядок и затем вынес в одну калитку испанца. Счет личных встреч Джоковича и Циципаса равный 3-3. Интересно, что соперники строго чередуют победы друг над другом. Сейчас стоит как раз на очереди победа грека. Все три очные матча Циципас выиграл со счетом 2-1, а Джокович со счетом 2-0. Никогда соперники не встречались в пятисетовых матчах. Оба игрока находятся в хороших игровых кондициях. Циципас очень хорош ногами, имеет сильную подачу. Играть будет без дрожи в коленках. Наоборот, Джокович будет хорошим раздражителем, чтобы показать свой лучший теннис. Нале будет непросто. Это первый по-настоящему серьезный соперник на его пути к финалу Ролан-Гаррос. Игра обещает быть упорной. Скорее всего, без тайбрейков не обойтись. И очень похоже, что проигравший откусит хотя бы один сет у победителя. Поэтому ставку на тотал больше 37,5 геймов за 1.97 можно признать очень перспективной на этот матч.